Привет, друзья. Посетил у меня, короче, стихийное детство. Коим в Одессе называют ремонт. Ну вот. Все ободрали, отбили. Сверлим, долбим, пилим. Одним словом, штрек. Бардак, тут грязь. Была идеальная чистота, сейчас он ужас вообще. Такой вот болерочек прикупили. Сидим, фирменный хороший. Вот. Все это делается. Скоро у нас будет горячая вода, холодная вода, бойлер, все дела. Кстати, парень Сергей Ветрих классно делает, мне понравилось. Все по фэншую. Лопли, в кнопочках. Все сделано как положено. Одним словом, руками. Автоматики будут стоять. Все это розеточки, это все поменяем. Вот у нас Рио-Пан Кранчук. Своя маленькая котелька. Всем ей поворотами. Пока.